Блин, кто там крадется? Неужели это этот же сиреноголовый? О, черт! У него еще ключи есть от дома! Алло, алло, подожди секундочку, подожди. Сережа, ты посмотри, что это тут за разгром такой, я не понимаю. Блин, я пойду разберусь с этим Толиком. Что-то, блин, у нас Толик, иди, иди, а я пока договорю по телефону. Ну, короче, знаешь, что? Что-то у нас тут такое происходит непонятное, да. Ну, блин, пойду разберусь, все перекопано, здесь все разгромлено. Блин, еще и дверь закрыта. Открываем. Блин, никто не открывает, ну ладно, есть ключи, откроем. Блин, кто там крадется? Неужели это этот же сиреноголовый? О, черт! У него еще ключи есть от дома! Дома кто-нибудь есть, Толик, Лена? Не могу понять, что за тишина! И дом вверх дном! Толик, ты где? Странно, что за здесь? А это что такое? Да тихо ты! Что ты кричишь, пугаешь меня? Блин, ты меня испугал! Да молчи ты, не смешная ситуация, чё ты ржёшь? Сиреноголовый по двору ходит. Ты чё, Толян, грибов галлюциногенных наелся? Не веришь? Вот сходи посмотри на задний двор, а я лучше тут посижу, давай. Да ладно, блин, того какой-то. А ты, Лена, чего такая напуганная вся сидишь? Слава богу, это ты оказался. Я же думала, что это сиреноголовый к нам пробирается. Что, и ты в эти истории веришь только? Какие? Ты чё, новости не читаешь? Весь, да нет. Весь город на ушах стоит. Посмотри, пойди, он где-то вокруг дома бегает. Возможно, на заднем дворе где-то. Ну и пойду и посмотрю. Какие-то они все сумасшедшие стали. Пойду Юлю позову. Только осторожно там. Ну, Лена и Толик сказочники. Юля, идем сюда, я тебе расскажу такие смешные истории. Капец, блин. Харе разговаривать по телефону. О, блин, а это что? Обалдеть, ой, идет на меня, бляха-муха, домовики! Слушай, короче, все, давай, пока. Тут что-то мой там так стрёмно убежал, руками махал. Все, пока-пока, я пойду посмотрю, что, в чем дело. Блин, куда там Сережа быстро так убежал? Ой, что это за звук? Какой-то вой сирены. Пойду посмотрю за дом, может быть какая-то пожарка, что-то у соседей случилось. Быстрее побегу. Блин, этот звук все сильнее и сильнее становится, как будто кто-то за мной идет. О, это что за чудовище? О, куда спрятаться, что дядя, кто за мной бежит? Ой, блин, капец, фух, отсижу здесь, может оно быстрее уйдет. Блин, походу этот Сергей бесстрашный какой-то, новости вообще не читает. Ладно, пойду к Лене скажу, посмотрю, что она делает. Если что, будем думать вдвоем, как его спасти. Толик, Леночка, Толик, ты Сергея видела? Да, видела. Он, знаешь, он не поверил ни в какого сиреноголового. Мне тоже не поверил. Он пошел на улицу. О, слышишь, там кто-то кричит. Походу он кричит, на него напал сиреноголовый. Прячемся быстрее. Я сюда. Ох, ёлки-мотал. Блин, это было правда. Куда же спрятаться? Куда все подевались? Пойду за штору спрячусь. О, за шторы. Иди отсюда, тут занято. Блин, носы и просаренные они. Куда же спрятаться? Пойду за вторую спрячусь. О, сюда спрячусь. А, здесь занято. Блин, куда же спрятаться? О, стоп. О, сюда залез. О, блин, как? Не помещаюсь. А Бог не заметит. Блин, я здесь долго не продержусь. Походу застрял. Ребята, у нас все двери и окна закрыты. Помогите, освободите меня, я вам верю. Толик, Толик. Что, Леночка? Толик, походу Сергей нам поверил. Ему обязательно надо помочь. Так что, по-моему, он кричит, что двери все закрыты и окна. Сюда сиреноголовый не проберется. Давай ему поможем, выходим. Ладно, давай, Леночка. О, Сергей, как ты здесь застрял? Помогите мне, а? Слышь, мы же тебе говорили не кричать.
Этот сиреноголовый реагирует на звуки. Хорошо. Давай тихонько, тихо, Лена, бери за одну ногу. Спасибо. Давай. Освободили. Давай, тихо. Тихо. Теперь-то ты нам веришь? Верю. Тихо. По-моему, я слышу какие-то звуки. Кто-то о помощи зовет. Это даже на Юлю похоже. Точно! Юля же в машине осталась! Нужно ее спасать! Блин, и как мы это будем теперь делать? А если хотите увидеть, как мы будем спасать Юлю, смотрите нашу следующую серию. Ну что, чудище, берегись. Мы идем на охоту на головы сиреноголовых. Ребят, слушайте, нам надо срочно разработать какой-то план, как же Юлю спасти и вытащить оттуда. Леночка, ты что, с ума сошла? Самим бы живыми остаться. Какую Юлю спасать? Я никуда не пойду. Я не поняла, это вообще-то сестра моя родная. И жена вообще-то моя, ты что себе возомнил? Ладно, ладно, что вы такие, сейчас что-нибудь придумают. А, слышь, ну так это раз твоя жена, так давай идею какую-нибудь трави. Так, хорошо, у меня есть мысль. Сейчас я вернусь. Секунду. Блин, интересно, куда это он пошел? Где-то он запропастился, а блин, там? Реально уже пару минут нету. Слышь, может сейчас двоих придется спасать? Надеюсь, что сейчас придет. О, явился! Так, я думал, тебя сейчас придется спасать. Что-то долго не было. Это будет тебе? А нет, маловато. О, на тебя в самый раз, будешь генералом. Это что ты мне за лахи какие-то не отдаешь? Не ссы, не ссы! Сейчас мы оденем маскалат, и он нас не заметит. Так в чем идея заключается? Будем Юлю спасать, пойдем. Вот пробираться так по корчам. А это нам для чего? Это и есть маскалат, он нас не заметит, мы будем сльемся с природой. А, типа маскировка? Да. Блин, ну ладно. Я буду сидеть здесь на месте и вас ждать, да, я так понимаю? А ты будешь стоять на стрёме, если что, будешь его отвлекать. О, хорошо, ладно. У меня задача попроще. Давай, давай, собирайся, времени нет. Ладно, пошли готовиться. Пойдем. Фух, пронесло меня в этот раз. Ничего, я, конечно, отсюда буду за них очень-очень переживать. Зато не буду вместе на встрече с этим сиреноголовым. Блин, где он снова пропал? Серега, ты где? Да иду, иду, я еще кое-что принес для нас. А чтобы нас вообще не было видно, нам нужно замаскировать лица. Смотри, что у меня для этого есть. Давай, выбирай, ладно. Выбирай, выбирай любую. Ой, надеюсь, твой план сработает. Ну, Толян, ты вообще действуешь как профессионал. Я ж в ступор зашел. Ну, сейчас попробуем, как у меня получится. Так, лишь бы они только мою Юлечку спасли. Где они там? О, ребята, а вы на кого похожи? Блин, мне кажется, сиреноголовый, как вас увидит, сам сбежит со двора. Леночка, что ты там ржешь? Что ты понимаешь? Это маскировка, чтобы самим хоть остаться в живых. Так что все, давай, Серега, погнали. Погнали. О! А сейчас я тебе покажу, что я припас, раз мы уже идем на битву с сиреноголовым. Давай, показывай. Так, о, это мне, это тебе, на, держи. А что это за пимполка? Ай, на второй. Я думаю, хватит. Отлично. Ну так-то лучше. Погнали. Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно. Ну что, чудище? Берегись, мы идем на охоту на головы сиреноголовых. Еще пуколку дал, блин, нифига не стреляет, спалился только, блин, побежал я. А, ну что, вот и пришел момент встретиться с тобой, сиреноголовый, с глазу на глаз. А что это там за звуки такие непонятные? Чего это там? Прямо за спиной! На! Получи, сиреноголовый! На! На! Надо сматываться!
Ё-моё! Блин, вроде бы спугнул его. Так, надо еще быть внимательным. Может, здесь еще один где-то бегает. Блин, как же страхово. Ты что орешь? Да сам ты орешь! И вообще тихо, я его спугнул! Так откуда это чудовище вообще взялось? Блин, Серега, походу оно за нами с Леной из лесу пришло и узнало, где мы живем. Из лесу? Так давай его в лес и затащим. Слышишь, а это идея! А как будем затаскивать? Пойдем, проберемся к незаметно гаражу и увидишь. Погнали! Так, вроде пробрались. Давай быстрее, трави свою идею. Хорош, хорош, погнали. Хорош, забегай. Ну давай быстрее, трави свою идею. Да вот, велосипед стоят на них и поедем. Так и чё? Так и чё, заведём её обратно в лес. А, точняк, а нёрфы нужны будут? Нёрфы? Так они нам не нужны! Нам педали надо быстрее крутить! Ну ладно, тебе виднее, тогда бросай! Бросаем! И погнали! Погнали! Мне это! Так, быстрее! Серега, слышишь, какие-то звуки странные позади? Толян, так он за нами! Давай быстрее по газам! Точно! Быстрее! Давай, Серега, быстрее! В лес его уводим! Погнали! Давай, погнали! Толик, Толик, стой! Что? Что такое, Серега? Бросаем велик! Точно, давай быстрее! Тихо, тихо! О, смотри, Толян, вон он! Фу, походу не заметил нас. Тихо, тихо, давай отсидимся немножко здесь и пойдем спасать Юлю. А это что за спецназ такой? О, походу Сережа и Толик увели это чудовище куда-то. Надо выбираться быстрее отсюда. О, вроде безопасно, никого нет. Надо бежать, бегом. Ну все, давай, кидай велики и пойдем Юлю спасать. Ну да, команда у нас зачетная, погнали. Погнали. О, ребята, как я рада вас видеть! Что тут за чудовище такое было большое? С тобой все в порядке? Да, я отсиделась, знаете, я не знала, что делать, как мне выходить. Все, Юля, можешь не волноваться, мы с Серегой это чудовище обратно в лес увели. И его тут больше не будет? Все будет окей. Так, Сережа, ты чего это все время в телефоне сидишь? Я не поняла. Да вот, собираю информацию о сиреноголовых. Толя же сказал, что ты ничего не знаешь о сиреноголовых. Вот и смотрю, все. Слушай, ввиду последних событий я уже все, конечно, о них узнала. Короче, я сейчас поеду по делам, а ты иди порядок во дворе наведи. То, что не испортили нам все сиреноголовые. Езжай, понятно? Езжай. Походу, он меня вообще не услышал. Ну ладно, будь как будет. Короче, я так завис этим сиреноголовым. Надо пойти посмотреть, чем там Толик занят. Он нифига себе! Вот это я инфу вычитал. Блин, за фотку с сиреноголовым 100 тысяч баксов дают. Прикиньте, ребята. Блин, я бы так не отказался от этих бабок. Они мне так срочно нужны. Но нет, к этому сиреноголовому больше я впасть не пойду. В связи с событиями, которые у нас были с Леной да с Леркой. Еле ноги унесли оттуда. Ну что, Толик, ты тоже в этом телефоне завис, да, про сиреноголового смотришь? Уже у меня башка трещит от него. Блин, слышь, Серега, а ты мне то и нужен. У меня для тебя инфа есть хорошая. А ну-ка сюда присаживайся. У тебя есть денежная? Ха-ха-ха, еще какая денежная? А, я денежки люблю. Давай-ка свою тему выдвигай. Короче, я тут на одну ссылочку нарвался. Прикинь, тот, кто сделает фото с сиреноголовым, получит 10 тысяч баксов. Ого, ну-ка покажи-ка мне. Нет, тебе я не покажу. Бабки заработать хочешь? Конечно же хочу. Значит, бери телефон, шуруй в лес и лови сиреноголового, чтобы сфоткать. Да ты чё, Толик, меня будь что ли хочешь? Ссылку покажи, хочешь меня сиреноголовый съел что ли? Так-так, это вообще секретная информация, и мне нельзя ее показывать.
ты давай занимайся сиреноголовым, а я буду договариваться о нашей сделке, чтобы мы бабки хорошие срубили. Ну хитрый же ты, Толик. Ну ладно, мне ж бабки нужны, пойду все-таки сам. О, клюнул? Ну сейчас я, ребята, бабла срублю. 100 000 баксов Сереге десяточку отбашляю, а себе 90, сидя на диване, нифига не делая, капнет на карман. О, красава! Блин, что-то стрёмно вообще одному идти. О, Молли, я вижу, тебя круто Толик выгуливает, да? Привязал тебя к калитке, и ты просто стоишь. О, так это идея. А пойдем со мной в лес, заодно и выгулим. И бабусиков заработаем. Ты хочешь бабусиков? Давай пойдем. Отвяжем. Пойдем, Молли, пойдем, пойдем. О, Молька, как мне с тобой повезло. У тебя женюк, как у настоящей охотничьей собаки. И ты же знаешь, встречалась с этим сиреноголовым. Знаешь, где он живет в лесу. Пойдем, бери след и пойдем. Ну давай, Молли, ищи. Скоро будут бабусики, Молли. Давай, быстрее, ищи, ищи. Давай, бери след, Молли. Давай, туда идем, да, пойдем, пойдем. Что, Молли, и ты боишься туда идти, вся трясешься. И мне страшно. Будут бабосики, я тебе много корма куплю вкусненького. Давай, Молли, давай, бери след, ищи. Ну, пока ты, Молли, ищешь, я хоть проверю, взял ли я хоть телефон. Это же надо будет фоточки сделать, а это все доказательство. Будет же намного денежек. О, классно. Ну все, взяла след, давай ищи, давай, пойдем, ищи, ищи. Ищи, давай. Где это чудище спряталось? Молли, все, походу пришли. Ты что остановилась? Ты слышишь эти сирены? Давай быстрее, хоть за дерево спрячемся. Давай быстрее. Тихо сиди, сиди. Еще вороны эти раскаркались. Да тише вы там, спалите. Тихо сиди. Так, надо приготовить телефончик. Вот. Сейчас фоточки будут. Да тихо, ты трясешься, Молли. Эти вороны там мешают. Тише вы. Тише! О, идет! Смотри, Молли! Идет, смотри! Все, делаем фоточки! Вот. Давай, Молли, подойдем поближе! Это что-то плохо его видно, никто же не поверит нам! Давай, только тихо! Ворон эти карты только! О, ты же мой страшное чудище! Никогда так близко не видели! О, Молли, походу заметил! Побежали! А, Молли, бегом, бегом, побежали! Тут быстрее же спрячемся! Так, надо замаскироваться, а вдруг не заметит! Тихо сиди! Ну что, Молли, кажись, можно идти. Надо положить ветки. Только будь внимательна и аккуратна. О, Молли, смотри, а это что такое? Это яйцо какое-то. Ты тоже слышишь? О, оно шевелится. Там что-то есть тут. Давай возьмем его с собой, посмотрим, что-то вылупится. Все равно никого нет. Оно здесь одно пропадет. Пойдем быстрее домой. Молли, наконец-то выбрались из этого леса. Яйцо нужно будет положить в карман. Посмотрим, кто из него вылупится. Пойдем, Молли, быстрее домой. Фу, Молли, наконец-то пришли. Не шел за нами. Фу. Так, иди погуляй. А я пойду фоточки дам Толику. Класс. Да, уже целых 3 часа прошло. Интересно, где он там бродит со своим телефоном? Надеюсь, не придется мне его бежать спасать. Фу, Толян, блин, ты прикинь, фоточки-то у меня на телефоне, так что будут скоро у нас бабосики. Че, серьезно? Да, конечно, серьезно. На, держи телефон, отправляй фоточки, сейчас бабосики у нас будут. Конечно, я сейчас посмотрю с удовольствием. Ну, где же она? О! Вот это ворона!
О, ну ты и пересрал! А я-то от кого-то убегал! Вот это жесть! Это сиреноголовый? Я не понял, что ты ржешь? Ты знаешь, как очково было вместо не встречаться? Да вот, посмотри, твоя рожа везде. Ты, походу, когда удирал от своего сиреноголового, не ту камеру включил, селфи нафоткал, гляди. Да я посмотрю. Ой, ты, блин. Эй, блин, а чё это? Ой, ой, Серёг, Серёга. Плакали, походу, наши бабосики. Вот и свяжись с тобой, а? Да, Лём, не может быть! Это чё, телефон переключился в селфи-режим, я сам себя нафоткал? Действительно, рожи какие-то. Блин, что же я Юле скажу? Скажешь, как есть. Целый день видосики смотрел на Crazy Show про сиреноголового. Ладно, сиди, думай, я пошел. Блин, как же мне выйти с этой ситуации? Юля сейчас опять скажет, что я целый день сидел, ничего не делал. А я, блин, все хотел бабосиков заработать, но не вышло. Но она же мне не поверит. Ладно, ребята, пойду думать. Вы были на канале Юа Шоу. Продолжение смотрите в следующей серии. Ну нифига себе! Маленький сиреноголовый! Это жесть! Блин, снимки не получилось сделать сиреноголовым, денег не заработал. А что это за звуки странные? О, у меня в животе! Я же совсем забыл про яйцо! Начинается вылупливаться что-то с него! Так, куда же его положить? Что же придумать? Гнездо какое? О, Молина лежанка! Отлично подойдет вместо гнезда! Все, лежит пусть здесь! Блин, оно с минуты на минуту должно вылупиться! Нужна какая-то клетка, пойду найду! Блин, не понял, что-то Серега метусится, бегает туда-сюда, вообще запарил! Блин! Ну вообще какой-то бешеный. Ладно, пойду гляну, что он там творит. Я не понял, что он какой-то бешеный. Надо посмотреть, что он тут творит. Ну нифига себе, маленький сиреноголовый. Это жесть. Подожди, стой. Ты что, не мешай? Остановись, ты что, дурак? Ты к нам в дом сиреноголового принес маленького? Какого сиреноголового? Я яйцо только принес. Да иди посмотри в комнате сиреноголовый. Да ну, пойдем. Иди. Смотри. Ох, ёпта, действительно сиреноголовый. Быстрее его в клетку помещай. Давай, бегом. Серега, ты что, сумасшедший? Зачем ты его в руки берешь? Да не беспокойся, он же безобидный, он детеныш совсем. Да помести его где в клетку. Точно. Толян, смотри, как он классно в клетке поместился. Серега, ты что, слышишь? Маленькие сирены начались, походу он зовет своих родителей. Действительно, смотри, какой вой начался, как будто он здесь не один. Здесь много их. Давай чем-нибудь накроем быстрее. Точно, Серега, накрой его быстрее, чтобы он заткнулся. Все, пойдет. О, вроде нормально. Ладно, пошли, пойдем. Ой, такой сегодня тяжелый день был. А вот и дом виднеется. Быстрее бы приехать и отдохнуть. Ой, а что это с машиной такое? Чё это она дёргается? А теперь вообще она не заводится. Что это такое? Что случилось? Так, надо Серёже позвонить бегом. И телефон не работает. В чём дело? Сиреноголовые! Что делать? Они подходят всё ближе и блин, ломятся в машину. Что же делать? Блин, я не знаю. А, они залезли в машину. Толян, подожди, что будем делать? Да блин, надо что-то придумать. Серега, смотри! Куча сиреноголовых в окне! Прячемся! Толик, тихо, у меня сейчас телефон зазвенел. Да, кто там? Походу Юля. Алло? Да, хорошо.
Мы возьмем яйцо и придем на то же самое место, где его взяли. Да, хорошо, мы будем. Серега, что там, что там? Короче, сиреноголовые похитили Юлю. И нам нужно мелкого этого отнести в лес, там, где я взял яйцо. Короче, что, обмен надо делать? Да. Ладно, пошли быстрее, Юлю надо спасать. Серега, да давай быстрее показывай, где ты это яйцо нашел. Это уже совсем скоро, пойдем, еще немного осталось. Пошли. Блин, Серега, да как угомонить этого мелкого? Он, походу, зовет своих родителей. Давай его как-нибудь темную ему сделать. Сейчас я куртку сниму, его накрою. Давай, помогу. Он в темноте должен давай, сидеть. Давай, поднимай, тихо. Поднимай. Давай, накрывай. Хоба, все. О, угомонился. Да, давай, тишина, все, пошли. Серега, тихо. Слышишь, какие-то сирены уже начались. Действительно, походу уже пришли. А вот, смотри, Юля привязана к дереву. Блин! Да и два сиреноголовых рядом ее охраняют. Что нам делать? Давай в лес отойдем. Давай. Спасите, помогите, что же делать? Как мне избавиться от этих сиреноголовых? Как мне спастись? Серега, ну что, какой план? Давай его здесь оставим, раскроем. Он начнет пищать, и сиреноголовые прибегут за ним, а мы в это время освободим точно, Юлю. Точно, это идея. Давай, вот так. Здесь, давай. Погнали. Погнали. О, куда они уходят? Они меня здесь одну хотят оставить. Помогите, спасите. О, Серега, смотри, походу они сваливают. У нас есть пару минут Юлю спасти. Побежали быстрее. Погнали. Серега, вот ребята! Юля. Освобождай, я на стреме стою. Давай. Как я рада вас видеть. Быстрее, что это тут такое происходит? Юля, потом расскажем. У нас есть пару секунд. Побежали. Погнали. Побежали. Ребята, ребята, давайте через щегири быстрее, тут у нас точно не догонят. Давай, 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 быстрее. Слушайте, что это такое было? Кто этих сиреноголовых опять привел домой? Да, наверное, Серега со своими яйцами. Да не яйцами, яйцом. Да ну тебя. С каким яйцом? А не заморачивайся ты, это все было в прошлом. Они ушли в лес. Ладно, посмотрим, вот и чем занимался мое отсутствие. Ну вы, ребята, были на канале Юэс Шоу. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока. Всем пока-пока.